эфире «Импульс Севера», в студии Павел Прожогин. Здравствуйте, обзор событий дня готов, так что приступим. И начнем с весенней темы. Долгожданное тепло принесло с собой сезонные проблемы. На городских дорогах и во дворах образовались лужи. Дорожные службы уже бросили все силы на борьбу с ними. На самых трудных участках работают водооткачивающие машины. Но снег сегодня продолжал идти и таять. Дорожникам приходится работать без перерыва. В борьбе с лужами задействована вся доступная техника. Откачку талых вод проводим ежедневно в две смены, днем и ночью. Откачиваем воду на городских дорогах, там же чистим водоотводные лотки от льда, чтобы вода лучше уходила. Откачка проводится и во дворах. Обо всех проблемных местах мы знаем. Там, где чаще всего собирается вода, проводим откачку каждый день. Хочу обратить внимание, что не все лужи можно откачать. Это обусловлено техническими особенностями вакуумной установки. Для эффективной откачки минимальный уровень воды должен быть 15 сантиметров. На городских водоемах тоже выступает вода, а лед все тоньше. Гулять по нему крайне опасно для жизни и здоровья. Задача взрослых – донести это до детей. За последние 10 дней спасатели 6 раз выезжали на водные объекты, где находились дети. А 3 мая с реки был эвакуирован 11-летний подросток. К счастью, все обошлось. Отмечу, постановлением администрации города с 1 мая выход на лед запрещен. Ограничения будут действовать вплоть до полного таяния зимнего панциря. Нарушителей ждет штраф до 50 тысяч рублей. Мы, предварительно администрация города, в тех местах, где возможно такой выезд и выход, установили запрещающие знаки, а также были установлены соответствующие информационные щиты. Хотел бы обратиться к жителям нашего города, если они становятся свидетелями подобных фактов, не проходить мимо, а незамедлительно сообщить по телефонам 112 либо 97-47-00. Я гарантирую, что спасатели муниципального казенного учреждения службы экстренного реагирования и другие оперативные службы незамедлительно выйдут на место происшествия для того, чтобы не допустить трагедии. Теперь о других правонарушениях и преступлениях. Роман Ряховских расскажет, чем опасны пьяные вечеринки. К примеру, одна из них закончилась смертью. Привет, Паша, здравствуйте. Начну с преступления, которое произошло в нашем городе. Выпил, украл в тюрьму, точнее в колонию. В мае прошлого года преступник и жертва устроили вечеринку с изрядным количеством алкоголя. То, что они были едва знакомы, общению ничуть не помешало. В какой-то момент новый друг попросил у собутыльника телефон, вышел в другую комнату и перевел 130 тысяч с чужого мобильного банка на карту своего знакомого. Вор отправится в колонию на 2 года и 5 месяцев. Этот срок для осужденного за кражу будет уже не первым. Теперь про более тяжкое преступление, которое тоже произошло по пьянке. Ямальца судили за убийство. Компания, мать, дочь и сожитель старшей женщины выпивали ночью 3 февраля в одной из квартир Ярсале. Вспыхнул скандал, мужчина схватился за нож. От ранения в живот 24-летняя жертва скончалась на месте происшествия. Приговор убийцы – 10 лет в колонии строгого режима. Вахтовик, приехавший в Новый Уренгой из Удмуртии, отправил мошенникам почти 1 000 000 рублей. Якобы сотрудник службы безопасности рассказал ему по телефону про оформление левого кредита. Обманутый мужчина сам взял заем и несколькими операциями через банкоматы перевел злоумышленникам 969 тысяч рублей. Местная полиция расследует очередное дело. Мошеннику светит до 6 лет колонии, а вахтовику придется теперь не только кормить семью, но и отрабатывать долг перед банком. На той стороне работают люди достаточно высокого профессионального уровня, которые учатся, тренируются и совершенствуют свои методы, как обмануть людей. Поэтому риск попасться на их уловки, он, конечно, есть. Поэтому безопаснее всего прекратить общение. И если есть какие-то сомнения, то либо перезвонить знакомому сотруднику банка, либо позвонить по телефонному номеру, написанному на банковской карте. Либо прямо на номер 900. И еще одно дело о мошенничестве. Тут в чужой карман утекли казенные деньги. Подозреваемая была прописана в Ноябрьске, но сама жила в другом регионе. При этом с 2019 по 2022 год она незаконно получала пособие на детей из бюджета округа и города. Всего за это время на ее счет поступило больше 2 000 000 рублей. Делом предприимчивой мамаши, так выгодно забывшей сообщить о переезде, занимается следком.
Теперь огненная статистика. За 4 месяца на Ямале зарегистрировано 262 пожара. Бойцы МЧС спасли из огня 18 человек. Основные причины, говорят пожарные, остаются прежними. Неправильная эксплуатация электрооборудования и печей и неосторожное обращение с огнем. Напомню, пожар с самым большим числом человеческих жертв случился в этом году в Лабытнанге 15 апреля. Загорелся жилой дом. В огне погибли 5 человек. За пьяные покатушки жителю Тарко-Сале дали 8 месяцев колонии. Почти на 4 года лишили прав и забрали у него «Мерседес» в пользу государства. В очередной раз нетрезвого мужчину задержали 25 октября. Проверка показала, он уже был судим за аналогичное преступление. Дорожные сводки. За сутки на Ямале произошло 11 ДТП. Один человек погиб, один попал в больницу. Смертельная авария случилась на дороге Карачаево-Тазовский 3 мая. «Лада» врезалась в «Газель». Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Авария с пострадавшим случилась в этот же день в Лабытнанге. Женщина переходила дорогу по зебре, когда ее сбила машина. Кадры, конечно, шокируют. Раненую на скорой отвезли в больницу. Всего с начала года на ямальских дорогах зарегистрировано уже 2096 аварий. 12 человек погибли, 97 были ранены. У меня на этом все. Информация о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях «Импульса Севера». Следите за собой и будьте осторожны. Мы продолжаем. Большой ремонт дорог в Новом Уренгое набирает обороты. С 5 мая подрядчик выходит на улицу Таежную. С завтрашнего дня и до конца июля там перекроют для автомобилистов участок от Юбилейной до Ямальской. С 1 августа по 7 октября для водителей будет закрыт проезд от Ямальской до Новой. Работы на дороге, общая протяженность которой 2 километра 300 метров, рассчитаны на 2 года. В этом сезоне строители намерены реконструировать чуть больше километра трассы. Дорогу расширят, сделают удобные широкие тротуары, пешеходных дорожек на Таежке никогда не было. Запланированы также теплые остановки, озеленение и освещение. Возвращаемся к весенним темам. Вслед за оттаявшим снегом в городе всплывают неприятности. И речь не о мусоре под окнами. Горожане обнаружили, что первая зима для новенькой площадки в Мирном не прошла бесследно. Один из элементов оказался сломан. Тропинка в мир детства уже не выглядит такой, какой она была предусмотрена проектом. А чьих это рук дело и кто будет исправлять? В этом разбиралась Милана Федорова. В Новом Уренгое построили первую экоплощадку без пластика. Об этом говорили все новостные ленты в прошлом году. Однако сейчас игровой комплекс снова на слуху. Правда, повод уже другой. Некоторые элементы пришли в негодность. В чем причина? Горожане постарались, подрядчик не досмотрел, или мы оказались не готовы к площадкам без пластика? При очистке территории был наезд мини-погрузчиком на данную доску. Соответственно, не произошло поломка. Доску поменяют в кратчайшие сроки подрядной организации ИП «Зуев» на доску из лиственных пород, которая более надежна в наших северных условиях. В любом случае, после зимы что-то обнаруживаем, так как большие снегопады, дети гуляют, и все равно зима, она дает о себе знать. Поэтому у нас есть заложенные средства на ремонт ежегодно. Раз в месяц мы выезжаем, осматриваем все детские площадки. Южная часть города и северная часть города. Это единственная произошла поломка на данной детской площадке, так как здесь впервые уложена данная доска, которая применялась на этой площадке. Больше нигде она не применялась. Круто гуляется тут.
батуты есть всякие, вот. Современный корабль, да. Крутилки еще, вот, паутин классная, вот. И Мерлин самая крутая площадка. К счастью, данная ситуация ничего общего с актом вандализма не имеет. Уж слишком сильно жители микрорайона Мирный ждали этот современный многофункциональный комплекс. Просто в данном случае этот экологичный материал оказался не столь прочным, чтобы выдержать нагрузку спецтехники. Уверены, гонки здесь устраивать можно, правда, лучше на велосипедах и детских колясках. Уже в скором времени подрядчик зайдет на объект и исправит ситуацию по гарантии. Анна Федорова, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера». Да, в случае с этой площадкой людям надо просто немного подождать. Подрядчик, насколько я знаю, ответственный, действительно он справится со своей задачей. А мы продолжаем. Весна – это пора субботников. Большая городская уборка состоится уже 6 мая. Бесценные помощники в борьбе за чистоту в городе – подростки. К примеру, в прошлом году мальчишки и девчонки из трудовых отрядов главы собрали больше 10 тысяч мешков мусора. Желающих поработать с каждым годом все больше, как и предприятий-партнеров, готовых их трудоустроить. В администрации города наградили дипломами и благодарственными письмами лучших работодателей по временному трудоустройству несовершеннолетних. Это «Севернефтегазпром», «Газпромдобыча Уренгой», «Газпромдобыча Ямбург», «Уренгойская городская сервисная компания» и «Арктик Энергострой». Награды нашли своих победителей и в конкурсах в объективе «Охрана труда» и на лучшую организацию информирования своих работников по вопросам здоровья. Если говорить о фотоконкурсе, это насколько оригинальны фотоработы, потому что предоставляется на конкурс фотоработы, да, вот, и насколько интересен сам сюжет, да, насколько, ну, во-первых, это соответствие тематике, да, заявленной, и насколько оригинальна сама работа. Конечно, я же говорю, что определить победителей очень сложно, но комиссия старается выбрать лучших из лучших. Близится День Победы – важнейший праздник для нашей страны. В преддверии 78-й годовщины разгрома фашистов мы вспоминаем подвиг советского народа, наших дедов и прадедов. И вот немного истории тех лет. 4 мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Волин, а также еще несколькими крупными населенными пунктами Германии. Советские войска взяли в плен 22 тысячи немецких солдат и офицеров. Южнее города Бранденбург войска 1-го Белорусского фронта преодолели лесной массив и, продвинувшись на 20 километров по болотистой местности, овладели городом Бельцик, узлом железных и шоссейных дорог. Взяли в плен 23 тысячи 1700 солдат, офицеров и 57 самолетов противника. Группы пехоты и танков противника пытались оказать сопротивление, но были рассеяны. Продолжая наступление, советские части выбили гитлеровцев из города Визенбург. За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника. В Берлине подавлено сопротивление последних небольших групп немцев, пытавшихся прорваться из окрестностей города на запад. Чтобы побеждать, нужен характер. Что такое северная закалка и тяга к знаниям, новоуренгойский гимназист продемонстрировал на всю страну. Роберт Яшкин поставил рекорд заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Он стал победителем и призером сразу по трем предметам – информатике, экономике и русскому языку. Роберт делает успехи не только в учебе, но также в музыке и спорте. С разносторонним старшеклассником пообщалась наша съемочная группа. Скажу честно, я... Наоборот, не хвалило, ну как бы, критиковал себя, что получил всего лишь 3 диплома из 5. Вот так всегда. Показал высокие результаты и все равно остался строг к себе. Так мыслят настоящие отличники. Роберт Яшкин – ученик Новоуренгойской гимназии. В этом году впервые в истории Ямала стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Отличился старшеклассник и по двум другим предметам. Он победил по информатике и стал призером по экономике. В региональном этапе стал лучшим сразу по 5 предметам. С 5 класса пытаюсь во всех олимпиадах участвовать. В этом году я по большей части участвовал в первую очередь в Всероссийской олимпиаде. А кроме нее я участвовал в олимпиаде Технокубок по информатике. Там призер
бронзовый вроде бы. И в Олимпиаде физтеха, там по математике и физике, победил. Школьная программа дается легко, скромно отметил Роберт. По всем предметам у него стоит твердая пятерка. Любовь и тяга к знаниям появились еще в детском саду. Интерес к учебе был всегда, ну прям с детства. Задания, которые нам давали в детском саду, ну, я считал достаточно простыми, ну, я их достаточно быстро делал. Сейчас задачи, которые он решает, в разы сложнее, но Роберт по-прежнему справляется с ними быстро. В прошлом году десятиклассник стал одним из обладателей образовательных сертификатов «Гений Ямала». Всесторонне развитая личность, да, вот это действительно про Роберта, ну, его результаты тому подтверждение. Мы иногда зачастую сами удивляемся, как в одном ребенке может соединиться и знание, и результаты по математике, да, и, например, по русскому языку. Но хочется отметить, наверное, вклад учителей, которые с ним работают, и умение найти контакт, да, почувствовать этого ребенка. Хочется отметить, конечно, вклад семьи. Ведь все мы понимаем, что достичь таких результатов только можно в тандеме. В данном случае это тандем учитель, ребенок, но и родитель, безусловно. Преуспевает в учебе, а еще в музыке и спорте. Играет на саксофоне и занимается плаванием. Кем хочет стать в будущем, пока не знает, об этом подумает в 11 классе. А пока Роберт готовится к очередной Олимпиаде. Мария Бохова, Данил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». К другим темам. Герои Ямала возвращаются к истокам. Состоялась встреча горожан с Виктором Мурзиным, журналистом, поэтом и композитором. В рамках проекта «Герои Ямала» он вернулся, чтобы рассказать о своей насыщенной жизни на Севере. Писатель поделился впечатлениями от города и ответил на вопросы журналистов проекта «Ямал-клик». Разговор вызвал у Виктора Мурзина приятные воспоминания и тронул до слез. Напомню, участники проекта «Герои Ямала» – ветераны освоения Севера. Когда человек имеет много свободного времени, а также клиентелу обслуживающего персонала, то есть обслуживающего персонала, он превращается в дракона, который начинает презирать других. Кем или чем вы вдохновлялись при написании своих произведений? Дело в том, что кем — это связано уже с литературным произведением. Но кроме этого есть вторая часть, журналистика чистая. Это то, что ты работаешь где-то и должен выполнять условия задания редакции. А вдохновляемся мы обычно самым высоким. Продолжим творческую тему. Академия талантов подводит творческие итоги. Напомню, с момента преобразования учреждения прошел год. За это время изменилось многое. Вырос коллектив, количество воспитанников и, конечно же, объединений. За это короткое время появилось даже цирковое направление. Наших будущих коллег, юных журналистов, там тоже готовят. В общем, занятие по душе найдет каждый. По истечению года пришло время оценить плоды работы. Мои коллеги побывали в числе зрителей на отчетном концерте Академии талантов. Зачетный отчетный. Название итогового концерта Академии талантов выбрано не случайно. В год педагога и наставника на Ямале ребята решили подчеркнуть, что сдают своеобразный зачет перед зрителями. Масштабы действительно впечатляют. Уже при входе мы слышим живое исполнение популярных песен, ожившие картины и даже восковые фигуры. Здесь в режиме реального времени в телеграм-канале Академии талантов можно проголосовать за лучшую площадку или концертный номер. Жаль, победитель будет только один. Я бы всем поставила смело пятерку. В первую очередь это саморазвитие, отличный способ социализироваться и завести новых друзей. Вообще это достаточно много открывает, даже в плане сейчас, в моем возрасте. Я занимаюсь как раз-таки такими мероприятиями. И да, в будущем я бы хотела стать актрисой, поступить в театральный. Они дают возможность формирования тех компетенций, которые понадобятся абсолютно каждому ребенку, независимо с чем будет его дальнейшая профессиональная деятельность. Потому что культура, творчество, оно, конечно же, дает возможность развития. К
отчетом концерта готовиться не нужно, потому что мы работали весь год. Впервые мы работаем год в статусе именно Академии талантов, большим составом. У нас сегодня 150 педагогов, 115 детских объединений и почти 7 тысяч детей. Поэтому все, что здесь представлено, только малая часть того, что мы могли бы представить. Теперь к спортивной жизни города. В Новом Уренгое проходит открытый турнир по боксу. Его проводит спортшкола имени Константина Еременко. Соревнования посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне. Турнир «Молодой» он собирает ямальских спортсменов. Во второй раз в этом году в газовой столице гостят боксеры из Пангат, Надыма и Губкинского. За два дня на ринг выйдут 90 боксеров от 10 до 18 лет. Кроме юнцов, которые только проходят обкатку, выступят и спортсмены со стажем. Для них это финальная тренировка перед выступлением на рингах Большого Урала. Также будут принимать участие ребята, которые уже завоевали у нас право участвовать в Уральском федеральном округе. Это который пройдет в апреле месяце в городе, в мае месяце в городе Увати. У нас с нашего города будет 6 человек представлять наш город на этих соревнованиях. Также ведется подготовка некоторых ребят первенства России 17-18 лет, которые будут проходить также в мае месяце в Тверской области. И еще одна информация. В конце мая начнет работу Академия творческих идей «Меганом». В ее рамках с июля по октябрь пройдут образовательные смены для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и фестиваль «Таврида-арт». Участниками могут стать сотрудники некоммерческих организаций, специалисты медиаиндустрии, молодые деятели культуры и искусства, студенты профильных вузов. Возраст участников от 18 до 35 лет. На сайте Таврида Арт участник подает заявку, получается, пишет про себя. Лучше сначала написать в личном кабинете, там все о себе полностью все указать, чем занимается, какое направление, что интересно. И потом уже подавать заявку, то есть снять визитку. И получается визитка на одну минуту. Тоже рассказать себе о направлениях, почему хочет участник попасть на Тавриду, свою мотивацию рассказать. А у меня на этом все. Смотрите «Импульс Севера» и до встречи в эфире.